В этом видео разберем глагол калмак. Как обычно, поехали. Хошчакал, баба. Хошчакал, баба. Приятно оставаться, папа. Ну, это фразеологизм, его нужно просто запомнить. Хошча, приятным образом, кал, оставайся. Хошчакал, баба. Хошчакал, баба. Хошчакал, баба. Сам бурда бойле кал. Сен бурда бойле кал. Ты вот здесь вот так оставайся. Сам бурда бойле кал. Сам бурда бойле кал. Сам бурда бойле кал. Yalnız kalırsa daha iyi olacak. Yalnız kalırsa daha iyi olacak. Yalnız kalırsa, если он, она останется один, то есть наедине с собой, daha iyi olacak. Будет лучше. Ну, в скобочках для нее. Yalnız kalırsa. Geniş zaman kalır plus sa, если. Yalnız kalırsa daha iyi olacak. Yalnız kalırsa daha iyi olacak. Yalnız kalırsa daha iyi olacak. Aklım onda kaldı. Это тоже такой фразеологизм, его тоже нужно запомнить. Aklım, мой ум, onda kaldı. Остался у него. То есть я за кого-то сильно волнуюсь, я за кого-то долго думала, переживала и так далее. Aklım onda kaldı. Aklım onda kaldı. Aklım onda kaldı. Aklım sizde kaldı oğlum, bir haber de vermediniz. Ну и то же самое. Aklım sizde kaldı. Мой ум остался у вас, то есть я за вас сильно переживала, олум, сын мой, хабер де вермединес. И новость вы тоже не дали, то есть не сообщили. То есть она переживала, они не позвонили, не написали, не сообщили, что да как. Aklım sizde kaldı oğlum, bir haber de vermediniz. Aklım sizde kaldı oğlum, bir haber de vermediniz. Aklım sizde kaldı oğlum, bir haber de vermediniz. Mecbur kalmasaydım. Mecbur kalmasaydım. Если бы я не была вынуждена. Mecbur это вынужденный, принужденный. Kalmak kalsaydım. Если бы осталось, kalmasaydım. Если бы не осталось. То есть, если бы у меня не было такой необходимости. Если бы я не была вынуждена и так далее. Mecbur kalmasaydım. Mecbur kalmasaydım. Mecbur kalmasaydım. Gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Необходимость отпала. Вот как мы по-турецки это сказали. Gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Ya adamın kemikleri kalmamış. Ya adamın kemikleri kalmamış. Ya, междометие, adamın, мужчины, человека, kemik, кость, kemikler, кости, kemikleri, adamın kemikleri, человека, его кости, то есть кости этого мужчины, kalmamış, не остались, неопределенное прошедшее время. Никто в могилу не лез, точно не смотрел, но просто речь идет о том, что человек давно умер, что даже кости, наверное, уже не остались от него. Я адамын кемиклери калмамыш. Я адамын кемиклери калмамыш. Я адамын кемиклери калмамыш. Şu an hiçbir şeyin önemi kalmadı. Boş ver. Şu an hiçbir şeyin önemi kalmadı. Boş ver. Şu an, на данный момент, hiçbir şeyin, в родительном падеже слова şey, ни одной вещи, önemi, ее важность этой вещи, kalmadı, не осталось. Boş ver, boş ver. Не обращай внимания, забудь, это не важно. Короче говоря, это все пустое. То есть, на данный момент, ничего не важно вообще. Забудь. Şu an hiçbir şeyin önemi kalmadı. Boş ver. Şu an hiçbir şeyin önemi kalmadı. Boş ver. Şu an hiçbir şeyin önemi kalmadı.